Ульяна Вульян, 7 класс, Верхнечелнинская школа-интернат, Муса-Джалиль, красная ромашка. Луч поляну осветил и ромашки разбудил. Улыбнулись, потянулись, меж собой переглянулись. Ветерок их приласкал, лепестки заколыхал. Их заря умыла чистую, свежую росой душистую. Так качаются они, наслаждаются. Вдруг ромашки встрепенулись, все к подружке повернулись. Эта девочка была, не как все цветы была. Словно кровь, все ромашки, как ромашки, носят белые рубашки. Все как снег, она одна, словно кровь была красна. Вся поляна к ней теснилась, почему-то изменилась. Где взяла ты этот цвет? А подружка им в ответ. Вот какое вышло дело, ночью битва здесь кипела. И в плечо со мной, тут лежал боец-герой. Он с врагами стал сражаться, он один, а их 15. Он их бил, не отступил, только утром ранен был. Кровь из раны заструилась, я в крови его умылась. Он ушел, его здесь нет, мне одной встречать рассвет. И теперь по нем горю я, как чулпан-звезда горю я.